Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, и у нас снова Battlefield 4, продолжаем проходить, у нас будет World of Tanks уровень, так я его назову, да. Сменить оружие? А, вот так. Интересно, и как быстро я все это пройду? Какой бегун? Где бегун? Не вижу бегуна. Что? Куда тебя прикрывать? Я вообще не вижу, что происходит. Кто там? Давай, 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 давай. Я его убил? Отлично. Так, они где-то впереди. Я помню этот уровень, у меня тоже проблемы создавал адские. Вы это видели, да? Вы это видели? Прикольно. Я и по нему из пулемета шарашу, а с ним ничего не происходит. Баллистика радует, реально радует. Вот, смотрите. Ну-ка. Все? Ну, что я могу сделать? Вы сами все видели, я это вырезать не буду. Вы сами все видели. Тут уж не знаю, на что это списать. Баги, глюки. Я помню, что я когда в первый раз играл в батлу, я тоже этот момент долго проходил. Именно из-за вот этих проблем. Где он там? Давайте, давайте, где? Да? В чем проблема? Почему я не могу попасть? Все? Это кто? Это враг? Его знает, как в это играть. Вот так будем воевать, так мне кажется лучше. Да. Убили. Да. Нет, не убили. Какую ты хочешь от меня помощь? Вот какую? Ну-ка. Подождите, вот здесь, вот здесь, вот здесь они же были, да? Померли, да, вроде померли. Сколько их там? Одного видел. И едет вон танк, да? Отлично. Куда двигать? Куда двигать? Давай, давай, пулемет. Все? Хорошо, теперь вперед едем. Меняем опять. Что, 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 где?
Ну-ка. Где БМП? Я пока ничего не вижу. Они орут раньше времени, да, и сбивают с толку. Он живой? Где он? Где он? Где он? Где он? Вот он, вот он, вот он. Ну-ка. Я его подбил. Это как, простите, понять? Ладно. Чисто World of Tanks. Ну давай, где ты, вылези. Все? Да. Что там происходит? Дайте хоть посмотреть и понять. Он исчез. Он исчез. Противник в гараже. Так он живой? Да вроде помер. Кто там стреляет? Ну-ка. Пулемет. Хм. Теперь в гараж, что ли, ехать? Здесь кто-то стрелял, я помню. Ну-ка. Осторожнее, рэпер! Дорожное заграждение это. А-а-а. Это радиоуправляемое заграждение. И что надо теперь сделать? Мы можем его вырубить. Надо только найти пункт управления. Обыщите тут все и берегись противника. Ах. Ну ладно, пойдемте вооружаться теперь. Патроны брать. Там парни стреляют от души. Да, вот это, кстати... Прикольно, да? Вообще офигенно. Снайперская винтовка это, по-моему, да? Я что хотел сказать? Я хотел сказать, что вот это мы взяли... Где они еще? Забери. Да сейчас разберемся. Это как что там был? Как... Карабин, не карабин. Да нашел уже. Не беси, пожалуйста. Просто не беси. Давай, нужно уходить. Ладно. А, я понял предупреждение, да. Смотри, у стены брошенный транспорт. Вот это? Вот с него будем воевать? Так, а что это? Малая мощность. А, это... Все? Размотали? Теперь куда? Пока аэродрома я не вижу. Я тоже не вижу. Какое совпадение? Ой, как его... Не попал? Черт, а. Здесь нельзя выйти. Итак, ой, очень-очень.
Где он? Ну и где этот сраный парк? Здесь сложно очень стрелять. То есть мы проехали. Ну, вроде как да, но что-то... Ну, зашибись. Угу. Чистая пукалка. Чистая пукалка. Мало мощности. Мало мощности. У меня осталось 5% жизни на этом танке. Но мы сейчас пересядем. У стены. Нехорошо. Мы почти одни. Вот. Бронетехника с той стороны холма. Хорошо, 100% здоровья у нас. Где, с какой стороны холма? А, я не могу двигаться? И что мне со всем этим делать? Какое же оно все всратое. Просто всратое. Ну давай. Здесь, а нет, это меня не устраивает. Потому что у него не полное здоровье. Бронетехника, с той стороны холма. Еще, по курсу прямо. А я не могу ехать, все. Так, отсюда сможем? Ну, вроде как разнесли. Но там же еще, наверное, будет что-то. Сколько это? 79? А там сколько? Вот здесь. Ну-ка. А, нормально. У нас отхил техники идет, да? Ну, едем, чё. Еще понять, как добраться до аэродрома. Это что? А, вот оно. Ладно. Если в танках была специальная подсветка, ночная или какая-то. Это аэродром. Угу. Ага, похоже на то. Я уже приехал. Вон техника. Как себе создать, разрабы предлагали и представляют, что я туда подъеду. Мне вот интересно просто. Ну-ка. Фиг тебе. Идиотизм. Ой, идиотизм. Просто идиотизм. Так, РПГ-хи здесь нету. У меня нету РПГ-хи. Я хочу РПГ-ху взять. Каким образом мне с ней разбираться? Давай. Вот. Это что? Вот, РПГ. Ну, бери. Одиночными. Хорошо. Где она? Попал? Надеюсь. Хорошо. А тут нету этого, как он называется? Стингера. Вот, стингер, стингер, стингер. Давайте стингером сейчас жахнем. Ну-ка. А, там еще один, да? Или это он и есть? То есть стингер для этого не пригоден, что ли?
Как так? Как так? Мне кто-нибудь объяснит, что я делаю не так? Стингер, вот эту хрень не берет. Это как? Да! Он для этого не предназначен, видимо. Ну-ка. РПГ-ха тоже никак. Сейчас разберемся. Каким образом мне его убить? Вопрос нескромный. Хорошо. Ща я промазал сам. Где там? Чё, никак? Я вообще не понимаю, ему дамаг летит, нет? Очень интересно. Так, поднимаемся. Они что хотят сказать? Что мне надо С4 что ли брать? Для этого нифига. А ну-ка так, если. Да, интересно, конечно. Хоть бы какой совет игра что ли дала. А, все. Ну, все-таки правильно, РПГ-хай. Теперь. Спускаемся. И здесь, по идее, наша техника должна уже отхилиться. Хе-хе-хе. Отхиливающаяся техника. Это круто, да? Ну-ка. Конечно, отхилилась. Все, едем. Но я надеюсь. А я уж думал, сейчас придется за ними бегать и убивать их этими С4. То, что сколько я в него всаживал. Прям много. Все? Кто там что хочет? Да по мне... А! Ну это, я думаю, мне не надо. Сейчас мы вот это выйдем. И так с ними разберемся. И что с того, что там РПГ? Так кричит, внимание, РПГ. Снайперская винтовка, я напомню. Залезь, пожалуйста, Рейкер. Что ты за солдат такой несуразно? Где этот, который, внимание, РПГ? Это он здесь был? Черта не видно вообще. А, вот оно. Вот так. О! Да ладно, серьезно? Серьезно? Где он? Прощай. Прощай, мы расстаемся навсегда. САР-21. Серьезно? Иди сюда. Это было очень рискованно. Практически на соплях. Еще понимать, где надо так. Привет! Вижу аэродром. Нам нужно перебраться туда. Да, и сделать Помер. Это без риска. Иначе задание накроется. Вы видите аэродром, да, отряд? А я не вижу. Ой, Кимика! Сверху обзор может быть лучше. Контакт впереди! Здесь порой только хедшоты работают, я так понял. Ой!
Ой! Все, можешь спускаться. Да. Так, игра, не сходи с ума. Ну и чего тут у нас? И чё? Прекрасный вид, не так ли? Господи, продрог до костей. Мост вон там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там всё как на ладони. Ну пошли. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисом. Мы же American Soldier. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. О. Пойдемте. Я думал, кто-то ворвался в помещение. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Да. Они надеются на нас. Да. Пойдемте. Я призываю вас, пойдемте. Что опять с картинкой? Помоги Чё? Мне, Рекер. А, ну да, вы ж без руки. Я не доверяю. Она что-то скрывает. Присматривайся. Идемте дальше. Окей, Арлен Мэн. Чё, всё, я открываю? Я не открываю. Игра, ну алё, ну дай карту, ну чтоб я понимал, где я тут могу патрошек себе собрать. Мне кажется, я вижу самолеты. Да? Только истребителей нет. Они их выведут, это просто вопрос времени. А, вон. Давай же, буря долго не продлится. Ящик с патронами. Ну что-то пока не похоже. Чё, взяли? Что мы ещё можем взять? А, во, вспомнил, это про... Это как дробовик. Шло. Что это? Вспомогательное. Так. А это что? Давайте посмотрим. Ну. Да, мне это не надо. Ну вот ничего, вот этим. Вот такой же, в принципе, что. Можно им повоевать. Передвигаемся за машинами. Не высовываться. Yeah! А ветер-то, ветер сдувает нас. Хорошо так дует. Тихо. Движение впереди. Какое ты там движение увидела? Скажи мне, пожалуйста. Серьезно? А, давайте вот так. Че, все, не успел я? Нет, успел. Я успел, я успел. Короче, баллистика, то ли это баллистика такая кривая, то ли игра настолько забагованная. Чё там, граната прилетела? Ну это мелочи жизни, в принципе. Серьезно, ну пора бы уже, чё уж там. Это ты что ли гранату кидал? Да? Прекратить огонь. Серьезно? Спасибо. Что это? Сейчас эта чудная конструкция грохнется, я чувствую это, я это понимаю, я это осознаю всей душой. Вплоть до ливера, интима и других подробностей моего организма. Эй, осторожно, машина! Черт, его прижало! Так, ладно. Мы тебя вытащим. Помоги сдвинуть. Пытаюсь. Черт, Тавкос, толкай! Живее, рука свободна. Контакт, три цели, прикончим. Да у меня так руку водит, что капец. Эй, поражены! Чисто! Встаем! Ладно. Назад, к машине! Бак, разбей окно! Кана, проверь ручной тормоз! На счет три! Раз, два, три! Получается! Что это? Надо уходить с этого места! Тут слишком опасно! Мы тебя не оставим! Никто никого не оставит!
Толкаем! Какой благородный American Soldier. Навались, да, чтобы его сильнее прижало. Пострел, что ли? Лямки! Он зацепился лямками! Ясно! Что это? Чертовски большой корабль! Лямки! Лезьте! Лезьте, лямки! Давай, давай, держись за меня! Держись! Ой, вообще капец. Числа, Мейсон, числа! Это где было? В Black Ops, по-моему, да? В Call of Duty, в первой. А, я уже плаваю? Какой я молодец. Пак уже вылез? Вот это нормально? Из ливнёвки? Похоже, мы прямо под аэродром. Ну всё, чё. Здравствуйте, я пришёл. Бесячий вообще, я не понимаю, почему мне? Почему мне? В принудительном порядке заменили оружие. Чё за бред? О, дробовик! Зажибись, чё за дробовик? Что там? Я уже всё как новенький, да? После того, как меня придавила машина. Я себе нравлюсь. Никогда не думал, что буду рад оказаться в говне. Всякое бывает, Irishman, всякое. В жизни приоритеты очень быстро могут измениться, ирландец. Не волнуйся у меня. Ну чё, куда мы идём? Чё дальше? Нам надо выбраться наверх и подтвердить координаты. Не-не-не. Тебя-то кто спрашивает? Я хочу услышать это от человека, которому я могу доверять. Ага. Подтвердим координаты, пульнём из ракетницы и свалим. Без проблем. Просто все так выглядит. Парни, что? А вы давно вместе работаете? Всю жизнь. Тут старый знакомый, ирландец, рэкер. Дан тоже, он был командиром раньше. Я с ними около года. Меня это не ошпарит? Нет. А что случилось с Даном? Его забрало море. О, море, море. Извини. Я не знала. Тайник с оружием, рэкер. Меня устраивает все. Какой батлок? Иди отсюда, игра. Что здесь у нас? Нет, мне пока не надо. А может понадобится, я даже не знаю. Ну давай. Это аэродром? Что у нас тут? Наземная команда и несколько стрелков. Кто меня толкнул? Расстреляли в упор, вообще охамели. А кто по мне стрелял? И откуда? Мне кто-нибудь объяснит, откуда по мне стреляли? О, море, море! Преданным скал. Вот кто стрелял. Почему я тебя не видел, гаденыш? Ты ненадолго. Я готов. Море, возьми меня в дальние дали. Паруса малы летним дождем. Сколько в него высаживать надо? Я не понял. О море, возьми меня в дальние дали. Следовали... О нет, это опасно. Это опасно. Они же там что-то кричали. Чечули, мачучули. Где? Все?
есть переход к основному ангару. А ну-ка, они взорвались, интересно? Да, вверх, кстати, они взорвались. Прикольно, я не знал. Так а чё по времени-то, Сириус, заканчивать надо? Ну ладно, пойдемте еще чуть повоюем. Море возьми меня, далее я далее. Они надоедущие, дайте мне побегать и попить. Конечно. Твою мать, ты не командир, Ханна. Ты чё, взбеленился, ирландец? Давай, сюда. Ну? Думаешь, мне нельзя доверять? Я вру? Я тебе ничего не сделала. Вот именно. Ты для меня ничего не сделала. У нас доверие обычно зарабатывает. Серьезно? Иди. Ай! Да мне не это надо было. Черт, гасите! Укрытие! Я не это хотел, не то нажал. Ну ладно, чё. Кто там? Он живой, интересно, он выжил? Мне так это нравится, они так гранатки лихо докидывают, вообще. Ну-ка. Ну чё, всё, меня убили, меня убили, меня убили. Короче. Ну что я сделаю? Не летит в них. Патроном не летит, пули нет, зато в меня летит, ой-ой-ой. Так. Так точно. Вот эти гранаты так хорошо летают, а? Я что, никого сегодня не убью, что ли? Ладно, короче. Пойдемте разбираться, это долго будет. Здесь все очень срато. Ну-ка. Молодец. Ты к бою готова. Где он? Угу. Море возьми меня. Я Мазумуна! А я тебя вижу, говно! Они нас окружают! Кто нас окружает? Мы совсем близко, у меня аж яйца вспотели! Валим их, пока не рассредоточились! А где они? Я их не вижу! Давайте! Быстрее! Смотрите, чтобы огонь не преградил вам путь! Перед ангарным площадкам! А, все, ясно! Район цели, все. Че там, граната пролетела? Ну это ерунда на самом деле. Так, отсюда никуда я не могу отсюда попасть, а было все так многообещающе. Че не орут, а? Так. Есть. Чё, у меня патроны закончились? Всё, готова к выходу. Кто куда готов? Никто никуда не готов. А, это шумовая, да? Так я не пройду. Слушайте, ну он сратый абсолютно, этот карабин или дробовик, что это? Вообще абсолютно, у него адовые проблемы с баллистикой, просто адовые. Ну как дела? Я выжил? Я выжил. Это главное. Он живой еще.
Зачем? Блин, ну ладно. Я думал, там никого нет. Че, заново сейчас воевать надо? Че-то как-то это не очень хорошо. А, я не туда пошел. Но это вполне в моем стиле, да. Че заново-то воевать? Это... Че так патронов мало? Ну взорвись уже! Бесит, бесит. Так, где они там? Ну давайте уже, Группин. Место несложное, просто из-за дурости своей. В прошлый раз помер. Ну слушайте, это обидно, а в меня летит, а им. Так, ладно, идем, короче. Так, подождите. Фу, комар, не беси. Где они там? Готово. Так. Понимать бы, кто по мне стреляет, вообще будет замечательно все. Ну что, вот ну что, гранату я вижу, да. Ну что я с этим должен делать? Ну вот это что? Зачем я сюда побежал, вы не знаете, а? Где они там? Так. Хорошо. Фу-фу-фу, комар, иди отсюда. Так, ладно. Это прошли. Ладно. Я не могу это взять, что мы это? У меня аж яйца вспотели. Палим их, пока не рассредоточили. А, пулемет! Ну пулемет гуляет, у него вообще. Смотрите, чтобы огонь не преградил вам путь! Перед ангарным площадкам. Давайте, чё. Шмаляйте. Хорошо. Не, ну пулемет этот абсолютно всратый, я хочу сказать, я уже говорил об этом. Готов. Ну, не знаю, мне здешнее оружие никакое не нравится. Оно все какое-то непонятное. Кто там? Я ничего не вижу вообще. Кто? Чё? Где? Вообще жопа. Готов, да, конечно, ты ее уничтожила, да? Поэтому об этом и докладываешь. Абсолютно всратый уровень, просто всратые.
что вот это? Ну сколько? 10 патронов тебя высаживать надо. Я не знаю, как это комментировать. Это вообще бред такой. Зашибись. Это с какого раза? Нет. Вы это видите, да? Осталось только выяснить, как с такой баллистикой разрабы предлагают воевать. Ну это один нейтрализован, тут еще вот есть. Расстояние убить вообще нереально. Оно никак. Да. Что они предлагают? Просирать дальше патроны? Еще один готов. Ну да, ты ж его убила. Ну-ка. Что это? Кто там? Ладно, сейчас разберемся с ним. Готов? Кто? Снайпер. Ну, мне вот сейчас только со снайпером вот встретиться и вообще ништяк будет. Убит. Надо же, с расстояния убил. Море, возьми меня. Я иду, я убью тебя. Я убью тебя, лодочник. Ты виноват в том, что я переиграл, гаденыш. Понимаешь? Чекпоинт был? Или не был? Был или не был? Был или не был? Давай быстрее, Рекер. Открывай ворота, Рекер. С командиром командуют. Вон выход! Машину! Они взлетают! Готов, пап! Я должен пустить сигнальную ракету! Пускай. Хрена, ты за рулем. Замести их, Гаррисон! Да. Поехали, поехали, поехали! Поводи эту чертову машину, ты диверсию хочешь устроить? Еще раз! Давай же, давай! Ты что, сука, творишь? А вот они! Поехали, поехали! Едет! Приготовься, Рейкер! Да я готов, только к чему? Всех убили? Что надо делать? И не понимаю, что здесь происходит. Вообще не понимаю. Потрясающе просто. Угу. Комар, иди в жопу. Turn around. Пак, чё? Очнись, черт возьми. Пак! Не смей, сука, умирать. Ну же, черт побери. Пак! Там зажжем. Учёно там было. Какого хера? Ах, ты ж ёб...
Я не удивлен. Берем этого. Извини, Рекер. По-другому нельзя было. Turn around, prior. YouTube меня не забанит за распевание лицензионных песен. В ходе атаки погибло 22 морских пехотинца. У нас не хватает ресурсов для ухода за всеми ранеными. Даже если контролируемая Чаном акватория осталась позади, доктор, это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр. Среди погибших их нет. Вот, блядь. Ну что же, ладно. Что еще? Если их поймали, каковы шансы? Если их схватил Чан, то вряд ли мы их когда-нибудь еще увидим. Печаль. Печаль. Ваше задание в Шанхае, сержант Рекер. Расскажите о нем. Она говорит, Оли Коти Колема. Давай, говорит, от его на Колему отведем. Номер части? Какое у вас было задание в Шанхае? Кимбл Грейс, сержант! Оставь его в покое, ублюдок! А ты заставь меня, сержант! Рекер! Рекер, не отключайся! Держись, Рекер! Я оторву тебе руки, найду эту сучку Хану и отхерачу ее так, что мало не покажется. И ее сраного мужа тоже. Ее мужа? Какого еще мужа? Ты что, бредишь? Вы думаете, я такой тупой? Тот мужик в пинтах, я все знаю. Значит, он все еще жив. Ваш корабль называется Валькирия, так? Что? О чем вы, ваша мать? Вы понятия не имеете, кого привезли из Шанхая. Да. Хао! Потом еще все! Давайте. Драка! Рекер, Рекер, они говорят, Дима. Тебя так зовут. Ты что-то знаешь о Цзиньцзе? Я слышу, как они говорят о тебе. Я Цзиньцзе. Говорят, ты что-то знаешь. Эй, сержант, очнись. Ты же американец, забыл? Думаешь, твоя страна станет тебя спасать? Нет, ты сгниешь здесь. Причин доверять мне у тебя нет. Но один человек может сделать не так много. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте давай, лайки, сержант. Пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч. Всем пока. Заткнись, Дима. Всем пока.